Привет всем зрителям моего канала, меня зовут Алексей. В этом видео вы узнаете про новые 20 гривен, которые сегодня презентовал НБУ. И внимание, одному из вас я подарю $100 США. Досмотрите видео до конца и узнайте условия. Сегодня Национальный банк Украины презентует банкноту номиналом 20 гривен зразка 2018 года с оновленным дизайном и удосконаленной системой защиты. Наверное, не просто презентовать новую банкноту со старым дизайном. На самом деле, банкнота с таким дизайном уже презентовалась. Но, конечно же, стоимость изготовления такой банкноты, которая была раньше, дороже, чем сейчас, которая вот презентуется. Ее просто-напросто упростили в плане защиты. Но так как у нас обновляется дизайн целого ряда банкнот, все-таки решили сделать данную презентацию и рассказать про конкретную эту новую банкноту 2018 года. Це третя банкнота в новому банкнотному ряді національної валюти. Оновлення банкнот гривні Національний банк розпочав з банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року. В обігу ця банкнота знаходиться з березня 2015 року. Банкнота 500 гривень зразка 2015 року, в обігу з квітня 2016 року. Нову банкноту номіналом 20 гривень буде введено в обіг 25 вересня 2018 року. От таких от банкнот планується ввести в оборот 5 мільйонів штук. Після введення в обіг нових 20-гривневих банкнот громадянам не потрібно буде обмінювати банкноти попереднього зразка на нові. Ще важливий момент – це стилізована квітка, яка праворуч від портрета Івана Франка, і міняє свій колір при зміні нахилу банкноти з бузкового на оливковий. Це теж важливий елемент, на який треба звертати увагу. Ну, осталось две банкноты, которые не обновлены по дизайну. Это 50 и 200 гривен. С одной стороны, нужно подумать, какую банкноту они обновят первой. 50 гривен как самую такую часто используемую, и она затирается, да, и нужно ее как-то заменять и вносить новые. Либо 200 гривен как ту купюру, которую могут подделывать чаще, потому что у нее номинал гораздо больше. Ну, как говорится, поживем увидим. Мне кажется, в этом году будут у нас презентации данных банкнот. Будемо це робити в разі потреби в заміні банкнот, які в нас знаходяться в обігу. Ну і ще ми робимо це, можемо це прискорити в разі погіршення ситуації з підробками. Так? Якщо банкноти підробляються частіше і кількість їх становиться загрозливою, це спонукає центральні банки до кроків щодо заміни, щодо посилення захисту банкнот і щодо заміни банкнот в обіг. Якщо вам понравився цей ролик, будь ласка, поставте лайк і поділіться їм в соціальних сетях. По поводу $100. Сейчас я подбираю название для этого проекта YouTube канала. Не всегда мои ролики соответствуют названию. Посмотрите все мои видео и предложите название, соответствующее духу канала. Чье название я выберу, тот получит $100. Свои предложения присылайте по ссылке в описании. Пишите комментарии, как вам новая двадцатка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до скорого!